снова Мхитарян с мячом. Передача в штрафную площадь. И отличный удар. Мяч в сетке ворот Федоровича. Артем Концевой. Артем Концевой выводит Минский МТЗ Репов вперед. 2-1. Отличная комбинация в исполнении минчан. Мхитарян получил пас от Мальцева. И сразу же передача в штрафную, где Артем Концевой вовремя вышел на этот мяч, буквально в упор, расстреливая ворота Батея. Бессилен, конечно же, здесь оказался Александр Федорович. 2-1. Ну, а Артем Концевой...